Бабушка надвое сказала. Здравствуйте, мои дорогие проказнички. Сегодня речь пойдет о легком танке советском 6-го уровня прокачки МТ-25. Этакий маленький шустрый засранчик. Обладает довольно быстрой скоростью, очень хорошей маневренностью. 48 градусов в секунду целых. Это при том и на шасси, и башне. Значит, башню он ворочает прямо как молодежь на дискотеке под ЛСД сидящая. Ну так и вот. Попала, значит, бабушка на промзону на этом маленьком засранчике. А что тут делать для легкого танка на промзоне? Ну ведь совершенно нечего. Отстоялись мы в уголочечке, немножечко просветили через главный ангарчик и поехали налево. Тяжелых танки встречать. Тяжелые, такие же тяжелые, как и мой дед был. Двойные еще. Вот. А у маленького нашего засранчика пушечка такая ядрёная-ядрёная, правда не пробивает никого, но такая ядрёная-ядрёная, как иголочки у ёжика. Прям тыкает и тыкает, тыкает и тыкает, прям затыкает, любого затыкает, совсем любого. Хотя пробить это всего 112, а урона 85. Какие-то нищенские циферки, как пенсия у бабушки. Вот, и значит, выехали мы сюда, раздали, выехали мы туда, раздали. А за счет скорости нашей подвижности-то мы ой-ой-ой, что можем натворить-то со всеми этими подлюками-то злыми, подколодными змеюками. Вот как вот здесь вот, например, выехали мы на большого парня, получили от него по мордасам и подожгли его, а чтобы хлеб ему с маслом не кушать каждый день. И еще раз его подожгли. Ибо по делам, проказнику по делам. Нечего с маленькими так поступать, да обижать нас на почти 400 хпшечек. Больно же, больно. А тем более бабушек, ну как же так можно? Нас же через дорогу только надо переводить, за ручку держать, да сумки наши таскать. А он какой супостат. Ну ладно, все, не буду плакать. На похоронах Сталина еще не плакала, а тут уже плачу. Ну не надо так. Так что же там со скоростью-то с нашей? Максималочка у нас 72 километра в час, между прочим. А с его-то подвижностью 48 градусов в секунду. Так совсем-совсем бессмертный просто там. Бессмертный. Ворочается. О, мама, не горюй, как дед, когда ему 18 лет было. Прям какой хороший такой. Шустрый, юркий, да и не по разу может потыркать, потыркать. Между прочим, ДПМ у него со 100% экипажем 2125 единиц в минуту. А это вам не хухры-мухры. Кто еще может таким ДПМом похвастаться? А если его на голдишечке катать на золотых снарядиках, то это же вообще чудеса получаются. Ведь пробить на них 189 единиц. Ну как же ж так можно-то? 2,2 секунды стрелять. Ну это же ну совсем скорострелый фу-фу-фу. Фу-фу-фу таким быть. Ну что же еще про него рассказать? Обзор на уровне невелик, у него невелик, всего лишь 370 метров. Но решаемо это решаемо. Оптику ставите и роженьки, и играете в светляка, в настоящего светляка. То есть и на ходу светить можно, и в кустике постоять, да поделать свои делишечки черные, маленькие. А супостатов квадратных наказывать, так вообще, сам боженька ВБР велел. Просто приезжаешь и разбираешь, разбираешь, и ничего они с тобой поделать не могут, потому что пушечки у них не опускаются. А с этой скоростью-то ты мимо всех снарядов, как в матрице такой, хоп-хоп-хоп, убегаешь, ускакиваешь. Не попасть им по нашему маленькому юркому танчику. Ну что же еще про него рассказать? Членов экипажа 5, что в принципе так довольно неплохо, потому что каждый за свое дело отвечает, а не один на кухне и на мясном цеху, и на рыбном. Вот, в общем-то, и все, что бабушка хотела поведать вам про этот танк. Учитесь играть в ЛТ, и будет вам все хорошо. Удачи, мои проказники!